there's a beef coming across. Очень хорошо до того момента, пока на нас не напали летающие клещи. Оказалось, такие тоже существуют, несмотря на то, что сентябрь. Сейчас как раз самое время для лосиных клещей. Это такие большие букашки, которые садятся на голову, запутываются в волосах. Их очень сложно вытащить, поэтому я как инсектофоб испытала, конечно, грандиозный испуг. И долго не могла успокоиться по этому поводу. Поэтому, если вы уходите в лес, имейте в виду, да, что все равно должна быть соответствующая одежда и защита, все вот эти вот спреи, да, раптор и так далее, несмотря на то, что сейчас, получается, конец второй декады сентября, оказалось, что и даже в это время можно столкнуться с этими насекомыми. Это очень неприятно, это прям нереально как неприятно. А еще я привезла с собой вот такое огромное яйцо дракона. Это египетская манго, я его купила во Вкусвилле перед отъездом. Сейчас сентябрь, и это как раз сезон, они очень-очень вкусные. Let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. Вот так выглядит беседочка. Тут мангал. Стол. В беседке есть две розетки и свет, так что даже когда потемнеет, будет вполне комфортно здесь находиться. Рядом с беседкой мы нашли вот такую вот колонку. Правда, нам сказали, что вода это техническая, пить ее нельзя, но тем не менее помыть руки, да, овощи вполне можно. Эти штучки мы раздвинули и сейчас сюда будем сыпать уголь.
had to shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. By the hand and we'll try to find it. Time stands still as we lie in daydream. It feels so real, can you see what I see? Let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. Let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids.
let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you.